Ведро малины с куста – это реально. Малина – очень популярный ягодный кустарник среди огородников. Сортов малины очень много. Особенно популярны новые крупноплодные сорта – патриция, арбати и так далее. В зависимости от сорта и качества ухода, куст малины может давать за сезон до 4 кг ягод, а крупноплодные сорта – и того больше. Чтобы получить максимальную урожайность, необходимо четко выполнять все условия по уходу за растениями. Уход состоит из 5 основных правил. Во-первых, необходимо правильно посадить растения. Разместить их надо так, чтобы каждый куст хорошо освещался солнцем. Ежегодно от основного куста отрастает от 5 до 10 побегов, не считая поросли от корней вокруг куста. После зимовки проводим ревизию, вырезаем, оставляя лишь до 7 побегов. Всю поросль удаляем сразу после ее появления, чтобы все питание и влага доставались основному кусту. Если ее не удалить вовремя, может снизиться не только количество, но и качество урожая. Во-вторых, подкормки. Весной азот – это может быть коровяк, ведро плюс спичечный коробок мочевины на куст. Этих удобрений хватит на весь летний период. В дальнейшем фосфорно-калийные. В-третьих, поливы. Очень важен осенний влагозаряжающий полив. Летом только в случае подсыхания почвы. Малина не переносит переувлажнения, но и без достаточного количества влаги хорошего урожая не будет. В-четвертых, рыхление почвы. Корни малины поверхностные, поэтому рыхлить необходимо лишь на глубину 5-10 см. В дальнейшем для сохранения влаги лучше использовать мульчирование. И, наконец, в-пятых, защита растений от различных болезней и вредителей. Главное в этом разделе – здоровый посадочный материал и, конечно же, профилактика. Обработку можно делать как приобретенными специальными препаратами, так и народными средствами. Если перечисленные 5 основных правил работ по уходу за малиной будут проведены своевременно и правильно, то ведро малины с куста в течение сезона вам гарантировано. Удачи вам и хорошего урожая!